Маленький секрет для того, как вот такую вот бамбуковую ложечку очистить от застарелого жира и от впитавшейся грязи, от масла и других продуктов питания, которые варились, при помощи подручных средств. Итак, нам нужна сама ложечка и кастрюлька с водой. А сейчас смотрите, что будет дальше. Так, водичка закипела, и теперь мы опускаем нашу ложечку в кипящую воду и ждем. Зависит от того, как долго вы пользовались этой бамбуковой ложечкой. Столько будет у вас выброшено кипящей водой жира и масла, впитавшегося в эту ложечку. Офигеть! Вот. Застарелое масло действительно выходит. Действительно выходит. Вот эти вот разводы на воде показывают о том, что у нас все-таки бамбуковая ложечка, сколько бы мы ее ни мыли, все равно была загрязнена маслом. А вот чистая ложка. Относительно чистая ложка по сравнению с тем, какая она была несколько минут назад. А теперь как бонус, маленький лайфхак для тех, кто быстро желает очистить свою плиту от грязи. Оп, и плита чистая. Не забудьте подписаться на наш канал.